По комнате бродит медведь тишины. Я заброшен сюда из другого светлого века. Мне смешно, когда четыре стены на одного свободного человека. Нет, я не строил клетку из кирпичей. Это не я придумал замазывать солнце стеклом. Люди, хотите, я позову врачей, и они прикажут разрушить каменный дом. А я заброшен сюда из другого светлого века. Для меня ваше здание – каменное ничто. Мне смешно, когда на одного свободного человека надевают железное и каменное пальто. Что такое поэзия, не знает никто. Но есть поэзия вот в чистом виде. Все время поэты пытались создать чистую поэзию. Вот. Но я думаю, что поэзия – это, прежде всего, энергетика поэзии. И вот то, что мы имеем справа от меня под названием Константин Кедров, это сгусток поэтической энергии, прежде всего, вот, создающий мир, космос и так далее. Оно может проявляться в словах, оно может проявляться в идеях, оно может проявляться визуально. Но вот самое главное, что вот существует такое явление, орган, излучающий вот эту энергию. Констатирует Кедров политический ход декретов. Констатирует Кедров недра пройденных километров. Так бесясь Мельникова, как публичный лопатник, констатировал Мельников. Так беся современников, как кулич на лопате, констатировал Мельников особняк на Арбате. Для кого он горбатил, сумасшедший арбайтер? Монстры ходят на демонстрации, демонстрируют шелка, а поэт – это только страстная демонстрация языка. Связь тротила и рок-тусовки демонстрирует Рокоссовский. Алый Матов и Мензовский из глубин живота двоякого, оперирует моя сушка, демонстрирует Якова, критическая скинкеда, через компьютерные мыши. Месть – это Константин Кедрова. Критического скинхеда. Череп компьютерной мыши. Мысль – это константа Кедрова. Кедров – это константа мысли. Дом строили из камня, из бетона. В нем обитали судороги и стоны. В нем убивали и рубли совали. Не жили в нем, а только выживали. И вот его снесут, по камушку снесут. Строители несут, строители носут. Он сотворен из вздохов, линий, где взгляд на небо вознесен. И призмы ловят светоливни, дом, телескоп, звезда и сон, где города, как снов гряда, заполонили поле линий, так красок вешняя вода, и призмы ловят светоливни, и город весь пронизан светом ввысь. День радуги, день обновления призм, долой полотна, луч заменит кисти, художники рождают светомысли, художник-атомщик рисует мир без стонов, макая кисть сгущения фотонов, где мысль раскована, да здравствует рискованная. А первое стихотворение, помнишь? Я, конечно, помню, за что. На обнаженный нерв, нанизывая звуки, все глубже чувствую великий диссонанс и радость возвышения над миром. Поэзия – вершина бытия. Я и сейчас так считаю. Поэзия – вершина бытия. Для кого-то музыка, для кого-то химия, физика, астрономия. Для меня поэзия. А это было государственным преступлением в нашей стране. Так Москва бьет с носка? Ну, здесь... То верит, то не верит слезам. Здесь богатейший опыт в этом направлении, конечно. Чего-чего, отбить интерес ко всему на свете здесь умеют.
Но ты же многие годы преподавал в Литературном институте имени основоположника соцреализма. И в начале перестройки был просто выгнан за антисоветчину фактически. Так получается? Вот за те самые строки, только их было много, за создание школы поэтической, которое название я же дал «Метаметафора», пришли в 1986 году после 17 лет преподавания. Ты уже был доцент, да? Я был кандидат наук, да, и старший преподаватель кафедры русской литературы. Утвердить меня должность доцента, опять же, из-за противодействия КГБ никак не могли. И они потребовали моего отстранения. Прямо открыто в 86 году. Ну, каково мне было слушать все эти разговоры про человеческий фактор, про гласность, про больше социализма, больше демократии. Я фактически, это было то, что называют немцы «Berufsverboten», запрет на профессию. Опираясь на посох воздушный, странник движется горизонтальный. Опираясь на посох горизонтальный, вертикальный странник идет. Так два посоха крест образуют идущий, наполняя пространство, в котором Христос полновесен. Виснет кровь, становясь вертикальной. Из разорванной пиццы пространства ее выпадает. Крест висит на своей пуповине. Мария и Рама. В том окне только странник, теряющий в посохе посох. Ты мумия золотая, вся иссохла на днях фараона. Ты как куколка зрела, остолстела, живого тела бабочка улетела. Веется прах в лазурной выси, виси в синий-синий, листая теплые паруса телесных папирусов. Если это непонятно, читай другой перевод. В саркофаге твоих тел, семь других прозрачных тел, первую сорви печать сургучом сосков и губ опечатан саркофаг. Первую сорви печать, и тела заговорят. И я вот, когда встречаю своих бывших студентов, они всегда спрашивают про тебя. И вспоминают, говорят, это, пожалуй, самый интересный, самый неординарный наш преподаватель был. Наверное, это и раздражало. Вот это раздражало. Не должно быть интереса ни к кому и ни к чему, кроме того, что они заранее там состряпали на своей кухне идеологической. Видимо, вот это раздражало. Это истинная причина. Но когда я увидел протокол об уничтожении своего дела,
его уничтожили только в 90-м году. Кстати, я считаю преступлением то, что его завели, и то, что его уничтожили. Это два преступления все-таки. Так вот, это дело носит странное название – Лесник. Ну почему Лесник? Потому что Кедров, что ли? Да, кликухи. У них на всех кликухи. Это просто потрясающе. Но еще удивительнее их так называемая сказка. То есть вот... Легенда. Легенда, сказка. Я не знаю, как у них там это все называется, но написано. Антисоветская пропаганда и агитация с высказываниями ревизионистского характера. Словно какой-нибудь Троцкий или Бухарин. Теоретик. Я беспартийный человек. Я поэт. Ну, поэзия – это ведь не просто, это не работа. Это даже не творчество, это просто состояние жизни. Просто способ мышления, способ восприятия жизни. А его стихи знаете наизусть? Ну, какие-то, наверное, помню. Давайте попробуем воспроизвести. Поскольку перепечатал, я перепечатывала, поскольку на машинке, то я, естественно, какие-то помню. И что так запомнилось на руках? А то чаще всего перепечатывала. Нет, ну я могу помнить. Невеста лохматая, светом невесомые лестницы скачет. Она плавную дрожь удочеряет. Она петли дверные вяжет, стругает свое отражение на червивом батуте. Пляшет, ширеет ширма, мерцает медом под бедром топора ночного. Саркофаг, щебечущий вихрем, хор, бедреющий саркофагом. Она пальчики человечит, рубит скорбную скрипку, тонет в дыре деревянной. Как там? Что-то дочь обнаженная. Что-то дочь обнаженная, или ты ничья, или звеня сосками, месяц сирень, турбобур непролазного света. Холеный футляр, двое бедра, секира, можно вкладывать только себя. Вот помню. Невеста лохматая светом, невесомые лестницы скачут. Она пальчики человечит, она петли дверные вяжет, на телесном батуте пляшет, ширеет ширмой, мерцает медом под бедром топора ночного. Голос сорванный с древа держит горло, вкушает, либо белую плаху глотает. Саркофаг, щебечущий вихрь, хор бедреющий саркофага. Что ты, дочь обнаженная, или ты ничья, или, звеня сосками, месяц сирень, турбобур непролазного света, холеный футляр, твои бедра из секиры можно вкладывать только себя. Константин Кедров открыл новую координату познания, как поэт. До этого их было три – наука, искусство и религия. А теперь их четыре. Четвертая координата познания – это поэзия. Константин Кедров в поэзии точен и скептичен как ученый. Он вдохновенный как музыкант и абсолютно верит в тот мир, который создает на наших глазах в своих текстах. Создание мира – вот задача поэта. Это и сотворение мира, это и его развитие, это возникновение жизни, это люди, звери, небеса, звезды, реки, горы. Все это есть в его поэзии, и все это живет, дышит и общается друг с другом. И с моей точки зрения, это сильно связано вот с тем расширением нашего мыслительного понятия, которое найдено вот в твоем языке, в этих экспериментах над языком, над смыслом, над содержанием. И в этом смысле человечество в каком-то смысле едино. Ему очень трудно убежать от себя. И наоборот, я думаю, каждый находит себя в более сложном таком вот метаметафоре. Да, метаметафора. Вот так же и есть метачеловечество, да, конечно, которое более содержательно, чем любая его отдельная часть. Вот об этом мне хотелось бы просто напомнить, потому что мне кажется, что только с таких более широких позиций можно понять то, что нам предложено. И чтение таких текстов, оно очень непросто. Так, наверное, как еще сложнее их писать. Нет, писать-то очень просто. Потому что, когда их пишешь, ты не понимаешь. Но вот об этом мне хотелось сказать. И я бы хотел именно за это поблагодарить автора. И мне представляется, что в этом смысле этот текст исключительно ценный. А здесь есть еще одно замечание. Многим кажется, что современная литература, и которая ее часть, она, получив совершенно необыкновенную независимость, как-то как бы может творить что угодно и как угодно.
Но здесь, мне кажется, существует гораздо большая дисциплина ума, чем во многих отраслях современной литературы, которая, получив по существу свободу, совершенно забыла об ответственности, которая это дело сопровождает. Я могу сказать, что вот эта поэзия, она очень ответственна. И в социальном плане, и в логическом плане, и в содержательном плане. Но тут же гулял Маяковский. Вот тут неподалеку он бывал, жил в доме Нирнзея. И, конечно, тоже прогуливался по этому бульвару. От вплоть до памятника Тимирязеву на той стороне. А на этой стороне стоял Пушкин, а в серединке у Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над Улитом. И вот поразительная вещь, смотрите, нет уже Мандельштама, сгинувшего в сталинском ГУЛАГе, нет Есенина, повесившегося в гостинице Сан-Глитер, нет Платонова, умершего от горя, когда сын его умер от туберкулеза, посаженный в сталинскую тюрьму. А дуб стоит, и Пушкина нет, зверски застреленного военным человеком, стрелявшим в штатского. А дуб стоит, слава богу, вот видите, вот он тут, вот, как ни в чем не бывало. Есть, конечно, в этом какая-то несправедливость природная, историческая, но есть и большое счастье, что мы видим дерево, древо жизни, дуб, который был и перед глазами Пушкина, и перед глазами Мандельштама, и перед глазами Сергея Есенина, и перед глазами Платонова, и перед глазами Маяковского. Поистине, древо жизни. С точки зрения официальных чиновников, вот эти творческие, как раз творческие направления, они воспринимаются как какие-то групповые интересы. Люди объединились в страшном заговоре, они хотят хорошие стихи писать. Они все исходят из того, что в нашей литературе и так все хорошо. И когда появляется нечто необычное, то, о чем надо подумать, вот это воспринимается как какое-то нарушение всеобщего благочестия. У нас долгое время считалось как? У нас считалось, раз у нас единый метод социалистического реализма, стал быть, все одинаковые, все кошки серы. На самом деле это не так. На самом деле существует множество эстетических школ, эстетических направлений. И в частности я могу сказать, что первым моментом такого взрыва было появление метаметафорической поэзии. Еще, как у вас там есть единственное место, где чувствуешь себя защищенным? А небо – это единственное место, где чувствуешь себя защищенным. Да. Примерно так. И человек – изнанка неба, и я вынырнул в себя. Да, я казал, ну, и о чем это говорит? Что на самом деле защищенным можно оказаться только вот уйдя в себя. Так оно и есть, даже для любого человека так и есть. Вот эти сочетания этих форм. Самое безопасное место на Земле – это небо. Нет, самое безопасное место на Земле – это небо. Это небо, вспомнил. Да. Физики до сих пор не могли создать общей теории турбулентности. Кто-то из них даже назвал ее кладбищем теории. Но прочитайте Кедрова. Выйду я в поле, а там не поле, только вихрь обнимает вихрь. Ты узнаешь, что это такое, если сам превратишься в вихрь. Червонный червь заката, путь проточил воздушные яблоки. И яблоко упало, тьма путей, прочерченных червем, все поглотило, как яблоко, да. То яблоко, вкусившее Адама, теперь внутри себя содержит древо, а дерево, вкусившее Адама, горчит плода, их вкусил Адам. Но для червя одно Адам, и яблоко, и древо, на их скрещении червь восьмерки пишет, червь, вывернувшись наизнанку чрева, в себя вмещает яблоко и древо.
ближайшие минуты в Стокгольме Нобелевский комитет должен объявить имя лауреата премии по литературе за этот год. В обширном списке претендентов на эту награду есть и наш соотечественник, поэт Константин Кедров. Кстати, в прессу просочилась информация, что в этом году премия может достаться кому-то из России. Были названы три имени: Геннадия Айги, Белла Ахмадулина и Константин Кедров. Скоро на прилавках появится книжная серия «Нобелевские номинанты в области русской литературы». Она посвящена отечественным литераторам, которые были в одном шаге от высокой награды, но все же уступили другим претендентам. Список выглядит довольно внушительно. Мережковский, Набоков, Паустовский, Ахматова. С 2003 года в нем значится и поэт Константин Кедров. Этого поэта не так давно номинировали на Нобелевскую премию по литературе, но в нашей родной стране об этом мало кто знает. Сегодня в гостях у нашей программы доктор философии, профессор, поэт Константин Кедров. Кто же все-таки вас номинировал на Нобелевскую премию? Вы знаете, честно говоря, я уже пережил это событие. Да, я понял. Но кто эти люди? Кто выдвигал вас? Я могу сказать только что. Скорее всего, это результат моего выступления в Сорбонне, где с большим интересом был прослушан мой компьютер любви. Та самая пара, которая сейчас получила Грэмми Ро, тоже в интернете. Вот удивительно. Фрагменты вашего выступления показывал даже CNN. Мне очень понравилось, когда в Греции, помните, бежала огненная строка по-гречески, да. Спектакль по-русски, и как греки бурно реагировали на каждую шутку. Да. На каждую шутку. Значит, прямо как дети. Причем вот сидели профессура, сидела там. Все было публикой забито. И хохотали, то есть увлекли взрослых в эту шутку. Ну и в Сократе, я помню, там было корыться. Корыться. Да. И как они в это корыться плюхались. И тряпку, Ксантипа, тряпку. Ну да, ну это всегда я люблю очень. Красиво было. Огонь, красиво. Воду. Красиво. Вот, вы стихи, со стихиями, как древний грек, работаете. Как ты думаешь, Сократ, что такое философия? Разве само название не говорит за себя? Филос – дружба, София – мудрость. Философия – дружба с мудростью. В этом доме сразу мы начали с поэзии. Когда-то было сказано, что Есенин – это орган. Орган чувствований. Это уже не человек, это орган. Органы поэзии сейчас это Кедров. Это удивительная личность. Он еще доктор философских наук. По-моему, ни один поэт в России не был таким умным и образованным. Крест в окружении умеренно вянущих роз обмирает в рыданиях. Лето, гаснет радужный крест стрекозы, где Христос пригвождается бликами света. Поднимается радужный крест и стрекоз, пригвождается Господу взор, распинается радужно-светлый Христос на скрещении моря и гор. Крест из моря горы, крест из моря небес, солнце лунный, мерцающий крест, крест из ночи и дня, сквозь тебя и меня, двух друг в друга вырастающих чресл. Зверь-нот, коротенькая, зверь-нот. Я всегда завидовал композиторам, они могут нотами записывать, а мы поэты не можем. Вот я попытался нотами. Зверь-нот. Минотавр, синотавр, лянотавр, донотавр. Такая музыкальная пауза. Над облаками в облик лет
прорезаны глаза густые, и взгляд заброшенный, как лот, горячий обморок пустыни, и пустотою озарен, предчувствие иных предвестий, с тоской глядит за горизонт страж фараонов и созвездий. И театр все-таки решили открыть. Но назвали его не камерный, не таировский, как хотели актеры. А у вас что, съемки тут? Сесть нельзя? О, да. Габи. И назвали его... Габи. Назвали Габи, я тебя его... сюда пригласила. Сюда. Сюда. Назвали его Пушкинский театр. Театр Пушкина. Ну, актеры, естественно, спросили... Просили у тогдашнего министра культуры Фурцевой, почему же Пушкинский, если театр Таирова? Она сказала, ну тут же неподалеку памятник Пушкину. Ну тогда актер сказали, ну а тут же рядом бульвар, тогда назовите театр бульварный. Такой вот анекдот. Небо – это высота взгляда. Взгляд – это глубина. Небо. Gökyüzü bakışın genişliğidir. Bakış gökyüzünün derinliğidir. Боль – это прикосновение Бога. Бог – это прикосновение боли. Ağrı Tanrı'nın dokunuşudur. Tanrı ağrı yoluyla dokunuştur. Выдох – это глубина вдоха. Вдох – это высота выдоха. Свет – это голос тишины. Тишина – это голос света. Тьма – это крик сияния. Сияние – это тишина тьмы. 光线是寂静的声音，寂静是光线的语言，黑暗是光明的呐喊。 光明是黑暗的心声. Lüsen ist der Himmel. Радуга – это радость света. Мысль – это немота души. Der Himmel ist die Breite des Blicks. Der Blick ist die Tiefe des Himmels. Светлость – je дубина знания. Знание – je величина светлости. Конь – это зверь пространства. Кошка – это зверь времени. Время – это пространство, свернувшееся в клубок. Пространство – это развернутый конь. Солнце – это тело Луны. Тело – это Луна любви. Прикосновение – это граница поцелуя. Поцелуй – это безграничность прикосновения. La lune, c'est le temps du soleil. Le temps, c'est la lune de l'espace. Les étoiles sont les voix de la nuit. Les voix sont les étoiles du jour. The sea is the space of the moon. The space is the sea of the moon. The sun is the moon of the space. The moon is the time of the sun. Голоса. Это звезды дня. Корабль – это пристань всего океана. Океан – это пристань всего корабля. Христос – это солнце Будды. Будда – это луна Христа. Утскушисава шиношитто. Шиношитто ва утскушиса. Die Schönheit ist der Neid des Todes. Der Neid des Todes ist die Schönheit. Der kleine Bär ist der Raum des großen Bären. Der große Bär ist die Zeit des kleinen Bären. Полярная звезда – это точка взгляда. Взгляд – это ширина неба. Небо – это высота взгляда. Мысль – это глубина ночи. Ночь – это ширина мысли. 北極星は視野、視点は
空の広さ、空は視点の高さ、思いは世の深さ、夜は思いの広さ。Непонимание – это плач о друге, друг – это понимание, плач. La pasión por la fusión es un vuelo, el vuelo es una fusión continua. La fusión es un impulso al vuelo. La voz es un lanzamiento del uno al otro. Расстояние между людьми заполняют звезды. Расстояние между звездами заполняют люди. Любовь – это скорость света обратно пропорциональна расстоянию между нами. Расстояние между нами обратно пропорциональной скорости света – это любовь. Где было сказано такие слова о нирване. Нирвана высока, как горы. Нирвана глубока, как океанские бездны. Нирвана сладка, как мед, и горька, как горечь. Это было очень понятно. Только к слову нирвана я бы еще добавил слово поэзия. Поэзия высока, как горы. Поэзия глубока, как океан. Поэзия сладка, как мед, но она и горька, как горечь. Земля и тело по закону тела, а бабочка летела, как хотела. Замрон, замрбачись.